33-летняя Наталья Ионова предстала в ультрасексуальном образе. Звезда примерила модное меховое пальто на голое тело. Глюкоза – любительница подразнить поклонников горячими снимками. На этот раз певица похвасталась необычным зимним луком. Наталья снялась в пальто нежного фисташкового цвета с меховым воротником. Артистка намеренно расстегнула пуговицы, продемонстрировав отсутствие юбки и красоту бесконечных загорелых ног. Белые ботильоны на высоком каблуке идеально вписались в гламурный наряд Ионовой. Блондинка распустила длинные волосы и сделала легкий макияж в стиле ню. «Искусство», — назвала Наталья провокационный кадр в Инстаграм. Исполнительница привела в восторг звездных коллег. «Ой, не могу. Обожаю», — прокомментировала певица Слава. «Ух», — с восхищением отозвалась Вера Брежнева. «Пальто что за пальто?» — поинтересовалась Екатерина Варнава. «Это секс-бомба, ножки прелесть. Хороша до невозможности, Наташка, ты огонь», — присоединились подписчики. Некоторые из фолловеров поиронизировали над любовью Глюкозы к откровенным аутфитам не по погоде. «Но знаете ли, в нашей стране без колготок не ходит. Наряд как раз на зиму, не холодно?» — поинтересовались пользователи. Этой зимой Наталья успела отдохнуть на Мальдивах. На курорте звезда продолжала следить за своей фигурой. Ионова показала свои занятия йогой в купальнике на берегу океана. Исполнительница также порадовала мужчин селфи, на котором предстала в одежде с глубоким декольте. Ксения Собчак, проводившая отпуск вместе с Ионовой, вдохновилась ее формами,